Постойте, еще одна ПР. Скорее включаю ее, может, узнаем что-нибудь новое. Как всегда, в темном углу туба, с вами Вспунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Надо опять разобраться со всеми этими роботами. Я немножко, правда, забыл под управлением, но его вспомнил. Так, это разворот, у меня там какие-то еще суперспособности были, да, на X, Y прыгать, это байк поднимать, персонажа как менять-то. У меня, кстати, даже новый персонаж есть. Ух ты, как я могу. Там даже живые люди есть. Попробуй, что ли, за нее сыграть? Знаете, мы могли бы помочь им. Кому? Как? Ничего себе, там этот разлетелся. На крыше Трэс я видела большого мусора робота. Он выплевывает мелких роботов. Еще я слышала про второго в туннелях метро. Мы же не супергерои, ребята. Ну попробуй-то убрать этот мусор можно, чтобы помочь людям эвакуироваться. Джеймс? Сделаем, погнали. Ну почему бы нет, да? Нахуй я поднимусь. Я просто уничтожил одного героя. Ну ладно, попробуй. Ой, второго. А, нет, он просто переместился. Ясно, понятно. Туда прыгать было очень плохой идеей. Попробовал нового персонажа. А как мне по этому огню ползать? О! У меня пистолета нету. Я про тебя и забыл уже совершенно, что вы такие уродцы. Там о чем-то рассказывает, наверняка о бедствиях, которые здесь происходят. Опа, опа. Ну сейчас меня догонят, по-любому. А если резко развернуться? Ух ты, а меня наверняка это может убить, да? А, я сюда даже проехать почему-то не могу. Заедь наверх. Мне интересно, а сюда я могу спрыгнуть? Не, сюда он даже спрыгивать не хочет, видимо, боится попасть под поезд. Я бы тоже боялся. А здесь-то меня никто не убьет. Я даже не знаю, куда эти поезда ехать. Может. Смотрите, ничего себе, он еще и захвачен этими роботами. Надо бы здесь не подохнуть. А я могу прям сразу отсюда спрыгнуть? Хопа! Могу! Блин, а это мне каждый раз надо будет так кататься. Так, он сейчас должен сзади поехать или как? Постойте-ка, как я узнаю, где они вообще находятся? Я же даже никого из них не вижу, ничего себе, я еще и выжил после этого! Как это вообще получилось? Что я натворил? Хотя бы чекпоинт, если на это спасили. О, я успел его убить. С разворота так, хопа. Даже отщухаться не успел. Мне бы сейчас немножко патрон бы найти. А вы кто еще такие? Интриган. Ну, монстр. А, это который выплевывает этих малышей. Ну да, конечно же, надо было постоять, посмотреть, как я это обожаю в таких заставках. Так, куда-то ты... Не туда. Так, давай-ка попробуем... На тебе. Ух ты, ничего ж себе. Подождите, что со мной произошло? Где я? Ух ты, он меня прям выкидывает, да? Это, конечно, все интересно, но я теперь отсюда выбраться смогу. По-моему, это немножко ненормально. Так, заново, может, попробовать? Не, подожди, я заново не хочу начинать. Джеронимо! Блин, да я отсюда не выберусь. Короче, это самый опасный противник. Меня аж только заново можно начинать. К
нему лучше вообще не подходить издалека его убивать, потому что если он по мне топнет, я... Ладно, в первый раз мне, походу, повезло, я просто... Просто взял и улетел, и потом назад вернулся. А потом нет, меня в текстуры забросил, и все. И я уже не смог ничего сделать. Ничего себе, сколько здесь. Блин, мне опять через эти поезда сейчас ехать. Мне тогда просто повезло. Как так-то? Он же меня не сбил, я даже на другую линию уехал. Или тут только две линии? Нет, подожди, я смотрите, в прошлый раз заезжал. Что за подстава? Игра, давай только ты хотя бы это ломаться не будешь. Я только The Conjured Chaos закончил. Ну как закончил? Да, не сработало. И ты все равно меня сбивает! Надо персонажа поменять в этом месте. На, я не хочу просто так убивать этого персонажа. А давай сюда. Потом сюда, на самый дальняк. Ага, и так вот я каким-то образом в живых остался. Очень странная игра. Так, я это все видел. Я сейчас спокойненько его убью. Надеюсь. У меня не персонажа. Сейчас он разворот такой. Во! Все. Да куда они бегут? Здесь все равно нет безопасного места. Куда бы они ни прибежали, они везде сдохнут. Разве это не так? Не-не, подожди. А, это даже не хилка. Почему-то я с хилкой перепутал. Хотел похилиться, называется. Это мне сейчас еще и назад надо будет ехать? Чтобы я на крышу смог заехать. Ничего себе, куда мне возвращаться? Это опять эти поезда. Они как-то здесь ненормально работают. Так, где мой любимый пузырь? Вот. Не подходи ко мне, видишь, я пытаюсь похилиться. Ну все. Поехали дальше, я тебе полон сил. Единственное, что меня может остановить, это багги и поезд. Мне все равно попало. Подожди, а что у меня за дробовичок такой? У меня теперь вместо пистолета будет дробовик? Какой-то он странный, не знаю. Мне пистолет был как-то удобнее, он просто был что ли точнее. У меня с ним проблем меньше возникало. Как же в подземке без поездов? Я что-то не верю, что вас сейчас не будет. Не, они мне дали спокойно доехать. Так я наверх заехать не могу. Во, все. Здесь-то и роботов никого не осталось, уже всех уничтожал. Вот маленькие были. Вон там кругляш. Сразу надо уничтожить, чтобы он даже за мной поехать не смог. Давай. Не, не стал за мной ехать. Видимо, понял, что чем это для него закончится. Испугался. Ну и правильно. В таких отморозках, причем еще на таких байках, надо бояться. Ездят по городу, у них популярные пилы на колесах. С дробовиками, с роботами маленькими катаются. Это же... Я не долетел. Я еще и разбился. Так, я... Чего? А, все, ну-ка, пусть у меня...
Мне надо вот за него попробовать. Смотри, сейчас поедет, да? Наверняка почую то, что я... Давай. А почему? Я же там затормозил даже, колесиком заткнул. Не, это не работает. На этот раз я ему даже возможности не дал. А как мне тогда туда попасть-то? Perfecto. Ах, да, точно. Я забыл про двойной прыжок. Надо бы не разбиться теперь только. Перезарядка! Нет! Почему? Я думаю, я смогу прыгнуть. А у меня что-то не вышло. Люди все еще бегают. О! Вот теперь у меня получилось. А! Что ж вы делаете? Не, надо еще доехать. Можно очень много этих собрать. Умножение. Блин, я все равно попал ведь, а? Вот иду, нажал уклонение. Все умножение потратил на кошки. Почему не понял? Он же должен был по нему попасть. Теперь у меня еще и пули насквозь прошибают. Надо потрошки взять. А что там такое в воде? Что это все взрывается на заднем плане? И не разглядел даже. Мне просто даже по кайфу просто... Ух ты, ездить это уничтожает. Мне не получилось. Чехол. Надо персонаж поменять. Ух ты. Он пока меня не выкинул. Надо персонажа другого взять. Поменяю я персонажа. На него. Вот он-то знает, как их уничтожать надо. Все, его сломал? Не, вот теперь сломал. 600 очков только за одного монстра дали. Ой, я похилиться могу. Сейчас я с вами разделаюсь. О. И можно похилиться. Где мой персонаж? Сначала ты. Что-то как-то оно меня не очень радует. Есть, конечно, некоторые моменты, где можно ее использовать, когда тупо врагов находится. Ну, так-то не знаю. Вот главарь их банды, Джейс, что ли, называется. Мне заходит. И Тоси. За остальных, может, я не понимаю, как за них играть. Такое тоже спокойно может быть. Ладно, секретик нашли. Это достаточно, по-моему. Чуть до выхода добрал, спокойно. Правда, пришлось опять игру перезапускать, завершить уровень, чем за 2 минуты 40 секунд выполнить двойное вращение за один прыжок. А я пытался заработать эти 200 очков, но у меня не вышло. Так, что тут у нас по улучшениям? У тебя есть плюс хпшка, давай. Мне деньги не жалко, у меня их девать некуда. Что это еще такое? А, это ульту увеличивает, оглушает врагов еще. Давай, пусть будет. Я так ни разу этим и не воспользовался, правда. Ни разу не попробовал ту использовать. Я большинство их способностей не пользуюсь. К примеру, у Тоси, когда он роботов выплевывает, я тоже этого еще ни разу не делал. Ну,
Ну, здесь мне, наверное, нечего смотреть. Все эти улучшения. Так, а по секретам, я же что-то новенькое нашел вот здесь, да? Хроника Прибрежья. Наш город. Прибрежье, основанный в 1712 году, крупнейший город славного штата Мичиган, расположенный на южном берегу залива Сагина. Он издавна считался крупным промышленным центром Соединенных Штатов. Однако, настоящий расцвет города начался тогда, когда его мэром был избран знаменитый эксцентричный инженер Александр Уоррен. Теперь Прибрежье, состоящее из четырех крупных районов и еще около десятка мелких, стало домом для более 7 миллионов американцев, родом из разных стран мира. Неплохо. Давай дальше, что у нас тут по плану идет? Здесь я все уже открыл. Так, по парку Уоррена будем кататься. Неплохо, давай, поехали, я готов. Срежьте путь через парк. Раз, два, три. Раз, два, три. Да легко. Я еще и с собой врагов прихвачу. Сначала нам нужно выбраться с острова Алки. Понятно. Поехали. Я еще секретик тут не найду. И смысл. Зачем мне это надо? Аж ошметки по экрану летят. Опа. Погромщик-заряжатель. И что ты мне сделаешь? Что ты умеешь? Все, нету больше погромщика-заряжателя. Кажется, я знаю, как их вырубить. И как же. Ух ты. Просто взять и вырубить? Объясни. Ну, динамика их поведения напоминает мне пчелиный рой или других подобных насекомообразных. Давай попроще, умник. Я считаю, за этим вторжением стоит некий мозг. Если мы его вырубим, то... То что? Остановим это вторжение? Разумно. К тому же, в отличие от полицейских и военных, у нас есть скорость и маневр. И еще стальные яйца. Вот с этим очень согласен. Почему ты так уверен в этом, Тоси? По логике вещей, во-первых, по радио сообщили, что вторжение началось в восточной части старого города. Во-вторых, мусороботы сделаны из мусора, нашего мусора, прилились. Они состоят из деталей старых машин, трупов, ванн. Вывод, это все из фильярд. Это действительно разумно. Ничего себе их тут. Куда я выстрел? А мне тут патроны для дробовика пригодились. Ну-ка, подождите-ка. Кто это по мне понял? Я даже его не увидел. Нет, не так. А, там сверху они находятся. И как мне это сделать? Давай, прыгай! О, я нажимал на кнопку два раза на А, чтобы рывком... зацепиться, но он никак не смог этого сделать. Ну-ка, внизу что у нас есть? Я отсюда хоть выберусь потом. Так, ясно, здесь пустота. Ты куда? Да мне не... Точно, я забыл. Здесь немножко управление удобное. Так, там хилка. А где у нас еще что есть? Можно еще в другую сторону поехать. Конечно, я хочу похилиться. Я столько противников перевел. Я без хилки отсюда не хочу уезжать. Я не знаю, что это мне дает. Может, там что-то находится. Только я пока это не увидел. Я просто боюсь улететь за карту.
А, я просто разбился здесь. Прекрасно. Замечательно. Это ради того, чего я старался. Там ничего нету. А это что такое? Ага. Я что-то сделал. Что я сделал? И как мне туда попасть? Есть какой-нибудь вариант? Ничего себе, как я выбрался. Еще один! Вот этого я не заметил. Так, давайте разместим их на винтик. Ну что ж, остальные крысы, соберемся с духом, потому что мы едем в Филиард. Ух ты, тихо. А это был легкий секрет, не то что остальные. Его просто даже можно было заметить, когда едешь. Хотя не знаю, смогу ли я до него добраться. Как тебя взять-то? Во. Я подумал, что я его и взять не смогу. А, два раза на Б нажимаешь, и я могу поворачиваться, точно. На месте урон еще наносить. Надо от них сразу избавляться, а то они за мной кататься будут очень долгое время. Они просто так меня в покое не оставят и все равно смогут нанести урон. А не многовато ли здесь вас, а? Ах да, вот этот попал все-таки по мне. Всех остальных хоть и смог уничтожить, а его нет. Много чего-то здесь, очень много. Этот персонаж как-то не очень подходит для их уничтожения. Но какой бы подошел. Ух ты, потроши. А вот теперь будет намного легче. Это обычный пистолет. О! Вот это я понимаю. Проблем нет. Что там они мне хотели сказать? Сразу же всех уничтожил. Даже доехать до меня не успел. Хорошо, что я потрошки немножко заметил. Опа, опа. Нет! Еще патроны, это что такое? А это дробовик уже. Он какой-то менее точный, мне не так сильно нравится. Чем пистолет, ему патрон 15. Конечно, он пошибает сразу через нескольких врагов. Это опять ты? Но хоть с тобой еще не закончено, я-то думал, ты уже все откинулся. А так-то я с тобой еще постражаюсь. Че, все что ли? Я хоть очки успел набрать, а у меня счет 18 тысяч, а я уже подумал, то, что я не смогу продолжить, конечно же. Какой-то легкий уровень, просто так покатался. Че у нас тут что-нибудь открылось? Джеймс? Нет, нет. О, у тебя что-то открылось, уровень. Что это такое? Увеличивает скорость вращения циркулярной пилы. Как обычно. Обычные перки. Так, ну и все тогда, не будем сразу долго мучиться, поехали сразу. Вот на этой локации, кстати, еще. Все секреты пока нашел. 3 из 3. Только, мне кажется, после этих слов я сейчас больше ни один не найду. Опа, да, прыгнул. О, что я сделал? Вот это да. Вот это я. Ну-ка. На, а чё это так слабо-то? Ух ты, по-моему, мне только что повезло. Это могло бы для меня фатально закончиться. Так, а куда мне дальше-то ехать? Ну, я здесь, да. А дальше-то куда?
ли... Я здесь ни хрена не вижу. Зачем я сюда приехал? Надо еще как-то выше подниматься. Может, мне надо к музыкальному автомату подъехать? И что это тут такое? Нет, я тоже разрушить не могу. А куда мне тогда отправляться на восток? Ты подожди! Да, я просто разбился. Еще заново! Да, уху! Я залез. А! Надо было дальше ехать. А я даже и не заметил, что там так можно. У меня уже хп-шек мало. Ух ты. Еще одна такая бомба, и все. И персонаж мой помер. Надо бы его поменять на что-нибудь другое. Подожди, а что внизу? А, мне вниз и надо. Или мне вверх надо. А что-то походу как-то скрыт, по-моему. Я не про это не говорил. Куда там вообще уехать хотел? Так сюда лучше не... К этим лифтам лучше не подъезжать вообще. Ну, вот здесь же можно вниз уехать, да? Мне, кстати, туда и надо. Ну-ка. Ну, там еще и наверху что-то было. Ну и ладно. Мега погромщик, ну-ка. Вы все еще продолжаете появляться. Ничего себе, я его уничтожил. Проехался по ним. Только у него как-то энергии мало. ХПшек много, а энергии мало. Ну-ка. Больше ничего не пропустил. Тут только лифт есть. А я в него могу вообще заехать? Или мне сюда и надо было? Ха, мне сюда и надо было. А я уже собирался наверх ехать. Давай тебя возьмем. Тебе энергии нормальные, заторгованные появления. Все еще считаешь эту идею хорошей, Рэнди? На тот момент она казалась самой лучшей. Сохраняйте спокойствие, нам просто нужно выбраться из этого лабиринта. Мы в ловушке. Какой еще ловушки, чтобы нас можно было так... спокойно в ловушку загнать. Я в это не верю. Сейчас бы у меня еще дробовичок был. Подожди, почему камеру что-то заглючило? Как мне применять эту суперспособность, там, ульту, которую она кружится и всех уничтожает? Это просто крутится, это не то. А там что было? Как-то они мне даже по хп-ам начали хорошо бить. Вот что это за место такое? Как будто туда можно перепрыгнуть. Опа. Я же говорю, сюда можно было залезть. А дальше мне куда? Ничего себе, как это опасно. Ты что сделал? Он меня откинул, уродец.
Во! Развалился. У меня сейчас и на нем хпшки кончатся. Ничего себе, как здесь опасно. На этом уровне. Здесь надо было прыгать. Так, надо персонажа менять. Поднимайся! Поднимайся! Вылезай оттуда, не знаю, сквозь текстуры, делай что хочешь. Ух ты! Как же вовремя все, а? Нет, я сейчас всех персонажей просто на этом месте угроблю. Да вы издеваетесь! Все, у меня осталось по одной хпшке на каждом персонаже. Давай перепрыгиваем. А как? А как тут быть? Все, я дошел до сохранения. Каким-то чудом я перепрыгнул это место или меня просто назад вернуло настолько, то что... А вот это тяжко становится. Не, все равно вниз упал. Я еще и разбился! Я же раньше нормально падал. Надо быть очень аккуратным. Здесь падать никак нельзя. То в прошлый раз-то я смог упасть, а теперь нельзя. Здесь и чекпоинт как раз таки был. Я просто его проехал. Да, он долго его перезаряжает. Нет! Еще один минус персонаж, да вы издеваетесь! Я и не ожидал, что эта игрушка может стать резко настолько сложной. Так, три прыжка надо сделать, и потом еще дальний прыжок. И как здесь быть? Нет, по этой по краю проехаться нельзя. Все, отъехал. Игра окончена. Да ладно, вы издеваетесь! Чей это за уровень такой? Надо как-то это пройти прям обязательно. Я не хочу снова все это переигрывать. Да, твою мать! Прыжка не нажал. Не, я походу даже в этот раз это не пройду. У меня просто-напросто не получится. Как бы я ни старался. Конечно же, конечно же. А потом еще сложно затормозить. Залезай наверх, пожалуйста. Как здесь быть? Да, блядь, что ты сделал? Почему он не прыгнул? Я уже даже... Не могу не материться. Нахрена он способность использовал?
Пожалуйста, допрыгни, я тебя прошу, никаких... Ничего не выкидывай, просто... Почему это так тяжело? Может, я о каких-то вещах еще не знаю? Конечно же! Сука! Еще один персонаж минус. Как это пройти? Фух, так. Надеюсь, на этот раз у меня получится. Я не хочу еще раз подыхать. Мне страшно прыгать. Я очень много завис. Так, и теперь самое сложное. Фух, дайте мне чекпоинт. Я вас прошу. Так, блин, почему я прямо... Попасть не могу. Мне бы этого персонажа сейчас не угробить. Блин, как так-то? Должен же был к нему попасть. Вот, все. Что это значит? Подождите, я хочу похилиться для начала. Мне это жизненно необходимо. Там что-то взрывается все. А то мало ли, сейчас опять какую-нибудь жопу встряну. А как он разгоняться? Урона неплохо, мне просто всех уничтожать надо. Ух ты! Угу. А здесь на что было? Даже мог сразу сюда уехать. Ничего не было, кроме этих роботов. Такое место, которое... Ну, не, конечно, легко заметить, но все равно. И не подумаю, что здесь особо ничего нету. Но это был тяжелый уровень. Там очень сложно было перепрыгнуть. Давно таких игр не встречал, где именно... Надо с каждого края, каждую кнопку правильно нажать, чтобы можно было перепрыгнуть. Рэндалл, придумай что-нибудь, или клянусь, я надеру тебе зад. Разойдитесь, есть у меня одна идея, но она вам вряд ли понравится. Это еще не все? И что за идея? Ты хочешь прыгнуть на этот дирижабль с мотоцикла? Что ты собрался? За мной слюнтяй. Мордору кирпичом. А, морду кирпичу. Ну да, на дирижабле собрался прыгнуть.
И что нам это даст? А, мы сможем так путь сократить. Помповое ружье у меня открылось. Неплохо, неплохо. Продолжим. Значит так. Ну а на этом все. Если дальше так будет уровень сложности игры повышаться, это будет интересно. Это будет очень много потраченных нервов. Но это все будет, надеюсь, в следующих сериях. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. А, еще поставьте колокольчик. Нажмите на колокольчик, чтобы узнать о выходах новых серий. Ну все, всем пока.